Доброе утро. 9:26. Солнышко. Боже, 19 градусов и уже жарко. А на солнце не было, так мы с Полей шли в кофтах. И, ну, знаете, так нормально было. Вчера же должны были Полинка ехать... Как-то там называется город, короче. Я подписывала же на 15 число. Но вчера был целый день дождь. И они отменили и не поехали. Поедут сегодня, говорит, что сегодня поедут. Ну, отлично, мы сегодня... Позже пришли, ну, я так долго собиралась, в общем. Вот, а еще вчера, говорит Полинка, я сидела, ковыряла зуб, в общем, вырвала себе зуб и потеряла его в кидс-клабе. Пришла домой, Сережа говорит, ну, пиши объяснительную, где ты зуб дела, буфея придет, а зуба-то нет. Вот она вчера писала объяснительную записку, где она дела зуб, написала, что... Добрый вечер, зубная фея. Свой зуб я потеряла в кидс-клабе. Уже так смешно. В общем, написала записку. Она тоже переживала, что зубная фея же ничего не принесет, бо зуба же нет. А я говорю, Поль, она должна принести тебе. Ну и все, утром просыпается. Мама, смотри, объяснительная записка. Подействовала. Зубная фея прилетела и принесла, значит, мне $5 и шоколадный доллар. Шоколад. Смешная такая. Ну, он пошла с девчонками. Фух. Пошла с девчонками играть. Нормально. А, справки о несудимости нет. Честно скажу так. Как-то мне странно, как долго ее ждать, непонятно, в общем, неясно мне. Можно же продлить work permit, я говорила это, вы, наверное, слышали, можно продлить еще work permit до 25 марта следующего года, можно еще попросить на 3 года, но это теперь платно, стоит это $255. Ну, собственно, со сроками рассмотрения вообще заявок на номинацию и на все остальное, как бы $255 на человека, это вроде как и не сильно много, но еще 3 года возможности попытать счастье, податься, это получить номинацию, это податься на федеральный этап. Вот. Но нам от этого ни холодно, ни жарко, мы ж по линии так и не можем сделать паспорт, то есть либо лететь в Европу, либо каким-то волшебным образом ловить здесь. В прошлый раз я ловила, когда открывали слоты в Торонто, я не поймала ей слот. Следующий через 2 недели. В общем, все для людей. Так, тут сидел Полин дружочек, вон он сидит. Кис-кис. Вчера его не было, ну, естественно, вчера был дождь. Сегодня он есть. Фух, пятница, и все. И завтра выходные. Что вам рассказать, еще не знаю. Мы вчера смотрели мультик целый вечер, ничего не делали. Хотя уже вчера вечером дождя не было, но он целый день был. И, в общем, мы никуда не захотели ехать. Остались дома. И с тем, что мы остались дома, вообще Полька поздно легла. Поздно уснула. Ну, ничего. Сегодня встала ко мне, пришла, наверное, без 10:08. Говорит, я все, давай, вставай. Я говорю, да и встаю. Сейчас еще чуть-чуть и встаю. Что-то хотела сказать. Да мне, наверное, все сказала. Все, что могла, все рассказала. Читаю чат. И смотрю таймлайны людей. За сколько, ну, как бы человек пишет, кто не знает, за сколько времени что получил. Допустим, там заполнил заявку на интерес сегодня, там через 3 дня получил LA это письмо, которое приглашает вас заполнить более развернутую анкету и прикрепить туда документы. Я считаю, что те, кто подавались в прошлом году с такими баллами, как у нас, даже меньше, люди получали LA 3 дня, 6 дней, неделя. Ну, не так, что мы вот в августе 25 числа будет месяц, 2 месяца, когда подать, как я подала заявку на интерес. Вот. Как-то так. И подавались тоже, причем без языка. Подавались по тирам там
0123. Быстро получили. Ну ладно. Мы ждем. Сидим, ждем, как есть. Ой, хорошо на улице, просто прекрасно. Как-то уже осень наступает, уже желтеют листья, осыпаются с деревьев. Осень скоро. Здесь прям четкая смена сезона. Нет, не четкая. Как-то весны не было. Была зима, 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 а потом как-то сразу потеплело. Было холодное лето. Не могу сказать, что прям весна. Нет, а в прошлом году, да, в прошлом году была и весна. Так мы, наверное, с мая. Нет, в конце апреля мы прилетели. Вот в апреле было еще холодно, а в мае, ну, кусочек весны был, конечно. В мае мы уже ходили вот так вот в кофтах днем. Вечером, потому что было холодно. И вечером тут может быть холодно даже летом, потому что солнце заходит, уже оно не греет. Могут быть холодные северные ветра, и как бы не жарко. Но вот был май в прошлом году у нас весна. Лето было летом жаркое-жаркое. Сентября была прекрасная золотая осень. Очень красивая. Были разноцветные листья. Было-то теплышко-теплышко. Да, мы ходили в куртках, но было тепло. Ну вот, как-то дождей было мало, и была постоянно солнечная погода. Классно. Ну и зима. Эта зима была теплая, конечно, опасаюсь, спреляку, думаю, что там будет дальше, какая это будет следующая зима, вот это, может быть, скорее всего, она будет холодная. Вот, все, ребята, я пошла собираться на работу, буду брать свои, я вчера же так ничего не купила в Walmart, курточку Польки увидела, красивая, но штаны так я не увидела себе, поэтому буду брать те джорджевские, которые купила в прошлый раз, но они вообще такие, как кофта, тепловатые. Но на работе там не холодно и не жарко. Ну, надеюсь, я там не запрею в тех штанах. Потому что другие брюки я не нашла. Нету там брюк. Ничего не купила. Купила себе носки, кстати, прикольные носки в Walmart. Взяла себе 6 пар разноцветные. Ну, чтобы Серега у меня их не забрал. Я люблю черные. Но он потом вечно кричит, это мои носки. Хотя у него как бы не явно не 37 размер ноги. Ну, в общем... Я себе взяла такие разноцветные, прикольные. Помылка формования вытягу. Ух ты, пришло, походу, письмо. Боже мой, мне аж страшно читать. Серега мне прислал имейл по поводу, видать, справки несудимости. Сейчас буду читать и подать в обморок. Увидимся. В общем, пришла я домой, почитала письмо. И таки, да, представляете, сколько потрачено было времени. И в итоге, да... справка несудимости не сформирована, помылка, типа, закажите новую. Молодцы, классно, очень все легко и просто. В общем, это, наверное, из-за того, я так думаю, из-за того, что мы попали вот на 1 августа, когда эта справка меняет свой вид. Я успела получить за 2 минуты, я всего лишь получала очень долго, формировалась, и в итоге ему пришел отказ. В общем, сегодня будем делать новую, а я иду на автобус и еду на работу. Ну что? Как у вас дела? У меня нормально. Сегодня у меня был день полегче, потому что, в общем, обеденная зона делится на сектора в зависимости от количества официантов. И вот вчера было 7 столов у нас, и по 4 человека за столом – это много. Потому что сегодня у нас была зона, когда 6 столов. И 2 стола – это для приходящих гостей. Так вот, людей у меня было, ну, 6 человек. Но в этот раз было проще, я уже спрашивала, что они хотят, рассказала меню. И не такая запара была, потому что, когда людей много, допустим, за столом сидит 4 человека, они все сразу говорят, что они будут. И надо четверых запомнить. Ну, моя старческая память как раз тренируется, но мне сложно. Поэтому сегодня было легче, как раз завтра выходные, я перед выходными не такая там уставшая, прилякана, в общем, нормально отработала. Полинка поедет сегодня, куда они там собрались ехать, а я еду домой, у меня доставка будет с 3:30 до 3:45. Буду ждать, что они там нам привезут. В общем, все нормально, все в порядке, единственное, что... На сентябрь, я ж надеюсь на смены, все-таки, потому что они мне нужны, часы мне нужны,
нечего рассказывать. Пойду. А, нет, я не смогу сама сделать справку о несудимости. Нужно будет ждать, пока Сережа не придет с работы, и буду делать справку. Вот такие дела. Собственно, все. Сегодня все. Даже не знаю, что вам рассказать. Уже так полегче мне, но, конечно, непростой. Непростой труд. Ну вот, кроме того, что надо понимать, запоминать, да, вообще как бы нелегко. Ну, я думаю, что в сентябре будут изменения, потому что, ой, боже, некоторые ребята же ходят на обучение. Поэтому ждут нас изменений. Вот так. Собственно, все. Потом Полинку поснимаю, может быть, она там тремя своими словами поделится впечатлениями, как она съездила, куда они там собирались. Расскажет. Ветер. Сегодня было предупреждение про экстремальное изменение погоды. Но как дождь не прогнозировался на сегодня, я так и не поняла, почему это будет изменение. Ну вот, наверное, из-за ветра. Я иду на площадку. В общем, Полина сегодня ездила в парк аттракционов. Говорит, что вроде как все понравилось, но там было колесо обозрения, оно было какое-то открытое. И она, говорит, плакала очень сильно, потому что испугалась, было высоко, страшно. Ну, в общем, колесо обозрения ей не понравилось. Я говорю, ну ты хотела пойти в Гранд-парке? Был парк аттракционов. Я не помню, когда он там был, недавно закрылся, да? Такой, который по паркам ездит. Вот ты хотела пойти? Я тебе говорила, что я тогда не поведу туда. Ну вот, говорю, съездила, посмотрела, страшно. Ну, теперь ты знаешь. Опытная. Вот. В общем, понравилось. Заказала я новую справку. Не знаю, как долго она. А там уже было написано, что ваша справка будет готова в течение 30 дней. Хотя раньше вообще такого не писала. Ну, вообще. А может, и писала, не помню. Ну, как по мне, не писала. В общем, я снова заказала справку о несудимости. Будем, как говорится, будем посмотреть, как, когда, как долго, как быстро, в каком виде она придет. Доставка в этот раз была нормальная. По срокам все нормально мне привезли. По продуктам тоже все нормально. В общем, все в порядке в этот раз было. Мне понравилось. Все хорошо. Правда, кучу времени потратила на то, чтобы это все разложить, пофасовать по пакетикам. Все это сделать. Ну, как есть. Вот, ну, собственно, все. На сегодня все. Новостей никаких. Рассказывать больше нечего. Жду эту справку. Когда там ее уже домучают для нас. Вам желаю мирного неба, теплого солнышка, дождика, если надо. Хорошего настроения, берегите себя, родных и близких. Увидимся с вами. Пока-пока.